Только сплоченная армия и взаимовыручка с соседними странами могут обеспечить надежную защиту от внешних вызовов. Таково мнение участников оперативного сбора спецподразделений государств-членов Организации договора о коллективной безопасности. Сегодня в этот военно-политический союз входят 6 стран, в том числе Казахстан и Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Представители спецназа всех этих государств будут совершенствовать свои военные навыки в Усть-Каменогорске. Об этом на пресс-конференции сообщили руководители подразделения. Учения пройдут на базе войсковой части 55-18 республиканского командования ШГС Национальной гвардии республики. Нашим военным есть чем поделиться с бойцами других стран, говорят организаторы сбора. Мы уже накопили определенный опыт. Вот, в том числе, значит, провели соответствующее хорошее техническое перевооружение подразделения специального назначения. И вот именно изучая вот этот наш положительный опыт, наши коллеги прибыли из государств, как уже отметили ОДКБ, для того, чтобы, значит, еще раз просмотреть наш опыт, дать, значит, свой опыт.